Сегодня Православная Церковь Чувашии вспоминает святого священномученика Аркадия Добронравова. Большую часть своей жизни, 35 лет, он служил в Цивильске, в храме Казанской иконы Божией Матери. За что провинциальный батюшка удостоился звания святого, рассказывает Зинаида Паршагина. Казанский храм в Цивильске восстановлен недавно. Здание старинное, построено в 18 веке. В 1931 году советская власть храм закрыла. С этим закрытием связан и мученический подвиг святого Аркадия Добронравова. Священномученик родился в селе Устье Аликовского района Чувашии. Был сыном диакона, окончил Казанскую духовную семинарию. Священник он был ревностный и не раз получал награды. С момента его начало служения в 1889 году до 1912 года, когда он был возведен в сан протоиерея, вот за этот короткий период он получил 12 наград разного статуса, начиная от наград Священного Синода, награды от Красного Креста, от других общественных организаций, церковные награды. В 1896 году отец Аркадий приехал в Цивильск. В этом доме он жил со своей семьей вплоть до ареста в 1931 году. А здесь помещалась когда-то церковно-приходская школа. Там батюшка преподавал закон Божий. В первые годы советской власти в Чувашии было сильно обновленческое движение. Те, кто не входил в него, подвергались серьезным преследованиям. Он оказался верным, будем говорить так, своей присяге. Он не поддался, он оказался, ну, остался той церкви, которая была до обновленчества, да. Он ходил и общался с людьми, переубеждал их, и люди голосовали за сохранение храмов. Ну, конечно, такой, если говорить светской власти, мощный идеологический противник был опасен, и его арестовали. Тройка приговорила его 5 годам в заключении в лагере Темникова, то есть в Мордовии, где он скончался через 2 года. Нынешний настоятель, отец Валерий, уверен, священномученик помогает ему и всему приходу. Однажды он искренне молился святому о помощи в восстановлении церковного здания. В этот же день в храм пришел молодой мужчина по имени Аркадий. Он принес храму 500 000 рублей. Это совпадение. Ну, таких случаев совпадений не бывает. Вот это удивительно. Скорее всего, я сразу понял, что это связано с Аркадием. Все-таки Аркадий это... Послал Аркадия, чтобы помочь храму. Обратиться к святому Аркадию за помощью может каждый. Наши земляки, священномученики, заступники за землю Чувашскую и людей, живущих на ней. Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия.